Anyway, I'll just begin here. This is a book that I'm just attempting to write. Я вот начну с книги, которую я пытаюсь сейчас написать. И она состоит из еженедельных мудростей, которые выходят каждую неделю. И, возможно, кто-то из вас получает эту рассылку. And we want to now publish it in English. И сейчас мы хотим ее опубликовать на английском языке. In Russian. И на русском. And Lithuanian. И на литовском. So let's divide it into 10 chapters. И в этой книге 10 глав. I'm going to start reading from chapter 9. И я начну читать из главы 9. Chapter 9 is entitled Always Be Yourself. И глава 9 называется Всегда будь собой. To be nobody but yourself. Быть никем другим, быть собой. In a world which is doing its best night and day to make you like everybody else. И знаете, нужно делать это день и ночь, и не быть никем другим, только собой. This means to fight the hardest battle which any human being can fight. Это означает вступить в самую запеклую, самую сложную борьбу, которую никто не может победить. And never stop fighting. И никогда не останавливаться, бороться. It isn't until you come to a spiritual understanding of who you are. И до тех пор, пока вы не придете к пониманию, кто вы такой. That you can begin to take control of your life. Только тогда вы сможете начать контролировать свою жизнь. Are you all? Yeah, it's a big problem nowadays in society because we have big corporations and governments. И сейчас в обществе очень большая проблема, потому что у нас очень большие компании, у нас правительство. Who are hell-bent in making us, trying to push us into a little box. И они постоянно пытаются засунуть нас в такую маленькую коробку. They tell you what to eat. Они говорят вам, что есть. They tell you what to drink. Говорят, что пить. They tell you when you can have your holidays. Они говорят вам, когда у вас будут выходные, каникулы. They make you live in little box houses. И они заставляют вас жить в таких маленьких коробках, в домиках. And they extract taxes и они вводят налоги. And they have a whole list of ways in which they wish to brainwash us. И у меня есть целый список того, как нам промывать мозги. And it is all based on the concept that we are this body. И все это базируется на концепции, что мы есть это тело. With the philosophy, eat, drink, and be merry, for tomorrow we die. И на философии, что пей, ешь, женись, потому что завтра мы умрем. And this is why we're sitting here tonight. И именно поэтому мы сейчас сидим с вами здесь. Because we're tired of being brainwashed, controlled, and placed in little boxes. Потому что мы устали от всей этой промывки мозгов и от того, что нас поместили в такие маленькие коробочки. We are searching for freedom. И мы ищем с вами свободу. Freedom within Krishna consciousness. Свободы в сознании Кришны. The regulative principles of freedom. Регулирующие принципы свободы. And this freedom is
to make a major turning point within our life. И эта свобода, она позволяет нам сделать кардинальный переворот в нашей жизни. And we are hopefully becoming more happy. И мы с надеждой становимся более счастливыми. Are you happy? А вы счастливы? Oh, yeah. There's an interesting phenomena within Krishna consciousness. Есть такой очень интересный феномен в сознании Кришны. That actually we are really, really happy. На самом деле мы с вами очень, очень счастливы. At least the soul. Ну, душа, сама душа. Soul is just rejoicing. Душа наликует. Oh, Krishna consciousness. Ой, сознание Кришны. It's been so long. Так долго ждала этого. So many births and deaths I served Maya. Так много рождений и смертей я служила Майе. And I turned my back on Krishna. И я отвернулась от Кришны. Now I have found Krishna. А теперь я снова нашла Кришну. О. Oh. That's what your heart is saying. Вот что говорит ваше сердце. But what's your mind saying? Но что же говорит ваш ум? Вот опять. Another class. Еще одна лекция. Another Swami. Еще один Свами. What's the time? А который час? When the prasad is soon. Ой, а когда прасад уже? Yeah. And this is why one of our perfections within Krishna consciousness is to separate the mind from the heart. И вот почему так важно в сознании Кришны отделять ум от сердца. In all yoga systems, that is the first objective. И первая цель йоги именно такая. Somehow control the mind. Попытаться контролировать ум. And be equipoised, single-minded by purpose. И думать только об одной вещи, намеренно. But sometimes in the beginning of spiritual life, we're not sure whether it's the mind telling us something or the heart. Но в начале нашей практики мы не знаем точно, кто нам говорит сейчас, сердце или ум. But I can give you a word of advice. Но я вам могу дать такой совет. If it's something to do with expanding Krishna consciousness, it's your heart. Если это что-то, что развивает сознание Кришны, это ваше сердце. If you want to leave Krishna consciousness practices and association with devotees, it's no doubt your mind. Если вы хотите покинуть сознание Кришны, не хотите общаться с преданными, это точно ваш ум. That's why we need to separate these two. И вы должны различать вот это. And know who is speaking. И знать, кто сейчас говорит. Is it my mind or is it my heart? Это мой ум или это мое сердце? So the more we're out of our mind, the more we will be within our heart. И чем больше наш ум будет отступать, тем больше будет говорить наше сердце. Sometimes people ask us, "Hey, you, Hare Krishna, you out of your mind?" Иногда люди спрашивают нас, "Эй, вы Хари Кришна, вы что с ума посходили?" Well, you can say to them, "Well, give me a little time. I've got to work this one out." И мы им говорим, что, ну, дайте мне немного времени, нужно подумать. I don't want to be in my mind. I want to be out of my mind. Я не хочу быть в своем уме. Я хочу избавиться от него. In my heart,
Я хочу быть в сердце. So, let's read a story now. Давайте почитаем историю. Well, you know this story. This is the story in the Mahabharata. Вы знаете эту историю, это история Махабхарата. One day the Pandavas and the Kauravas, they were sent by Dromacharya. Извините, это Дроначарья. He was their teacher. Он был их учителем. He had placed a stuffed bird in the tree. He had placed a stuffed bird. Он на дерево посадил птицу. Набитую сеном. It's not a real bird. Не настоящую птицу. Yeah. And he asked Yudhishthira to come up. И он попросил Юдхиштхиру выйти вперед. And aim his arrow at the bird. И попасть стрелой в глаз птицы. And Drona said, before you fire your arrow, please tell me what do you see. И перед тем, как попасть туда, скажи, пожалуйста, что ты видишь? And Yudhishthira said, well, I see the tree, I see the branches, and I see the bird. И Юдхиштхира сказал, что ну вот я вижу дерево, я вижу ветки, я вижу чучело этой птицы. And Drona said, sit down. И Дрона сказал, садись. And then Bhima came up. И затем Бхима вышел. What do you see, Bhima? А что ты, Бхима, видишь? He was thinking, well, his brother wasn't efficient enough in his seeing. So he said, well, I see the trunk of the tree, I see the tree, I see the branches, I see the leaves, I see the bird, and I also see the bird's eye. Ну и он подумал, что брат не был сильно точным, он сказал, что ну я вижу корни дерева, дерево, само листочки, вижу эту птицу и вижу ее глаз. He was also asked to sit down. И его тоже попросили присесть. And Drona and Duryodhana came up. И затем вышел Дурьодхана. And he was asked the same question. И его спросили тот же вопрос. So he was very clever. Он был очень умным. He said, I see the trunk, I see the tree, I see the branches, I see the leaves. I see the sky, the sun, the clouds. I see the bird and the bird's eye. И он сказал, что вот я вижу дерево, вижу корни, листочки, вижу эту птицу, глаз, вижу небо, вижу солнце, вижу облака. Они отражаются в глазу этой птицы. Well, you can definitely sit down, Drona. Ну, ты точно можешь пойти сесть, Дрёдана. So then Arjuna was asked. А затем попросили выйти Арджуну. What do you see, Arjuna? А что же ты видишь, Арджуна? Arjuna said, I see the bird's eye. Арджуна сказал, я вижу глаз этой птицы. Oh, you don't see anything else? А ничего другого ты не видишь? No, Gurudev. Нет, Гурудев. I see only the bird's eye. Я вижу только глаз птицы. And Drona said, you fire your arrow. И Дрона сказал, что можешь запустить стрелу. Because you will be victorious. Потому что ты достигнешь успеха. So it's a nice story because it highlights exactly what is expected of us as devotees within our everyday practice of spiritual life. Это очень хорошая история. Она показывает нам, как мы должны действовать в нашей повседневной практике, на что мы должны нацеливаться. Single-minded by purpose. Мы должны сосредоточиться на одной цели. In this book I have some qualities. So single-mindedness means. И в этой книге у меня есть такие цитаты, что сосредоточиться на одной мысли означает having or showing a single aim. Иметь или показывать и стремиться к одной цели. Or purpose. Или single aim or purpose. К одной цели и мечте. Mm.
resolute. Do you know what that means? Resolute, steadfast. И так очень целенаправленно к ней идти. Or another quality is to be focused. И еще одно качество – это быть сфокусированным. To be focused means. И быть сфокусированным означает. To go to the center point of focus. Это найти самый центр в своем фокусе. To direct one's attention or efforts and be focused. И направить все свое внимание, все свои усилия на то, чтобы быть сфокусированным. So this is a wonderful quality if we can manifest that quality within our hearts. И вот эта решительность – это очень хорошее качество, которое мы должны культивировать в нашем сердце. And mind. И в нашем уме. Where is your heart? Где же ваше сердце? There was a crocodile jumping from tree to tree. Был крокодил, который прыгал с ветки на ветку. And one, sorry. Did I say crocodile? Hare Krishna. We'll start that again. Давайте заново начнем историю. There was a monkey. Была обезьянка на самом деле. And one crocodile came downstream. И один крокодил, он плыл вниз по течению. And he stopped. Он остановился. Looked up to the monkey. Посмотрел на обезьянку. Said, "Hey, monkey." И сказал, эй, обезьянка, do you want to come for a ride on my back? А хочешь покататься на моей спине? The monkey was looking down to the crocodile. А обезьянка так смотрела вниз на крокодила. Ride on the crocodile's back. Прокатиться на спине крокодила? Okay, I'm coming. Да, конечно, сажусь. So he came down and he jumped on the back of the crocodile. Она спустилась и запрыгнула на спину крокодила. Crocodile turned around and went back up the stream. А крокодил повернулся и поплыл против течения. After some time, the monkey inquired from the crocodile. И спустя некоторое время обезьянка начала спрашивать. My dear crocodile. Дорогой крокодил. Where are we going? А куда мы вообще плывем? And the crocodile said, I'm taking you to my wife so she can eat your heart. А он ей ответил, что я везу тебя к своей жене, чтобы она смогла съесть твое сердце. And the monkey said, but I left my heart back in the tree. Can we go and get it? Но обезьянка сказала, ой, я оставила свое сердце там на дереве. Можем вернуться и забрать его? The crocodile turned around. Крокодил развернулся. Went back to the tree. И приплыла снова к дереву. Monkey jumped up the top branch. Обезьянка запрыгнула на самый верх дерева. And looked down to the crocodile. Посмотрела вниз на крокодила. Bye bye. И сказала пока. So this is also very interesting for us to be careful not to leave our hearts so that the crocodile of Maya can eat it. Это тоже очень поучительная история, не оставлять, где попало наше сердце, чтобы крокодил в виде Майи не съел его. One of my god brothers wrote this one song. И один из моих духовных братьев написал такую песню. Say no to the devil, say no. Говори нет дьяволу. Say yes one time and you sell your soul for sure. Скажи да ему хотя бы один раз и ты точно продал свою душу. Because we don't say devil, we say Maya. Но только мы не говорим дьяволу, мы говорим Майя. Say no to Maya, say no. Говори нет Майя, говори нет. Because if you say yes once, and you're selling your heart. Потому что если вы хотя бы раз скажете ей да, то вы продаете свое сердце. Your soul, вашу душу. So say no.
Поэтому говорите нет. And this is one of the objectives too, besides controlling our mind, we've got to say no to those things which are unfavorable for our Krishna consciousness. И это также очень важно. Нужно не только контролировать свой ум, нужно и контролировать свое сердце, чтобы оно не привлекалось тем, что не в сознании Кришны. And we should understand the power of saying no. И мы должны понимать вот эту силу того, чтобы говорить нет. Easy to say yes, 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 yes. Очень легко всегда говорить да, 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 да. Да, 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 да. But to say no. Но сказать нет. Well, that requires some Krishna consciousness. Это требует немного сознания Кришны уже. If you can firmly say no to the temptations of this world. И если вы очень твердо скажете нет всему тому, что соблазняет нас в этом мире. Then, well, you're on your road back home. Тогда вы уже встали на путь домой. You already have one foot in the spiritual world. И вы уже одной ногой там, в духовном мире. Do you want one foot in the spiritual world? Хотите быть одной ногой в духовном мире? You have to keep one foot here. Ну, должны вы ногу одну здесь оставить, конечно. Don't leave yet, because Lord Chaitanya wants to use you. Еще не уходите совсем, потому что у Господа Чайтаньи есть на вас планы. To liberate Nipro, what do you call it now? Nipro? Чтобы освободить Nipro. Nipro has to ascend to the spiritual realm before you can go. И Nipro должен весь попасть в духовный мир перед тем, как вы уйдете отсюда. Yes. So, but that's the idea, that we put one foot in the spiritual world and keep one foot here. И вот в этом и вся идея, что одна нога у вас там, в духовном мире, но вторая остается здесь. And single-minded by purpose, you know exactly what you need to do each day. И будьте очень решительно настроены на эту цель. Вы должны точно знать, что вам делать. You know clearly what is favorable for your Krishna consciousness and what is not. И вы должны точно знать, что благоприятно для вас в сознании, а что нет. Yeah, and that takes some time. It's not easy. И для этого потребуется немного времени. Это не так-то просто. Because we're so used to dancing to Maya's tune. Мы так привыкли танцевать под удочку Майи. To dance to Krishna only, that may take some years. А вот танцевать под флейту Кришны нам потребуется немного времени. So in the beginning we're divided souls. Our devotion is mixed. И в самом начале наше служение было смешанное. A little bit for Krishna. Немножечко для Кришны. A little bit from Maya. И немножечко для Майи. Actually, a little bit too much for Krishna. Ой, для Кришны, наверное, сильно много. I already told you last time the story when I first became a devotee. Я вам уже в прошлый раз рассказывал эту историю, как я стал преданным. И когда я присоединился к движению. The temple. I gave up everything. И когда я был в храме, я просто оставил все. But I had one tape that I was still attached to. Но у меня еще была одна пластинка, к которой я был очень привязан. I would keep this tape in my locker, in my brahmachari locker. И я держал вот эту пластинку в моем шкафчике брахмачари. Whenever I had a difficult day. И когда у меня был очень тяжелый день. And Maya was knocking on my door. И Майя стучалась ко мне в дверь. And I would think, okay, it's time for my tape. И я думал, ну вот, настало время послушать ее. So in those days we had Walkmans. Like И в то время у нас были такие наушники Walkman. So
from the headphones. Такие наушники. And I would just, you know, hide somewhere and listen to my tape. Я просто прятался где-то и слушал свою пластинку. You want to know whose tape it is? Я бы точно хотите знать, что это было. Yeah. It's funny. I just read your mind. Очень интересно, потому что я прочитал ваши мысли. You don't need no explanation. You don't need no false control. You're just another brick in the wall. All in all. So, like that, this was my mixed devotion. И вот такое было у меня смешанное чатино служение. Немного для Кришны, немного для себя. And another thing I used to do was I used to go on the street, Oxford Street, which is the main street in London. This is where we used to have our Harinam, and we would distribute magazines alongside Harinam. И еще что я делал, я выходил на улицу на Oxford Street, это самая большая главная улица в Лондоне, и шел сзади Харинам и распространял журнал. And there was one record store which was blasting out rock music. И вот был один магазин такой, он продавал рок-музыку. And I let the Харинам go on down the road. Я вот так подождал, пока Харинам осталось идет. Gave my blessings. And then I started distributing magazines outside the shop. I thought, wow, this is really good. И подумал, вот хорошо. I can be a devotee. Я могу быть преданным. But at the same time, be a non-devotee. Но в то же время и не совсем преданным. I thought that I really solved all my problems. И я тогда думал, что я решил все свои проблемы. But one day the music changed. Но вот в одно время это поменялось все. And I got a shock. И я был шокирован. Govinda. Tama. Bajami. Govinda, Adi Purusha, Tamam Bhajami. Govinda, Adi Purusha. So, I was thinking, wow. Krishna trying to tell me something. Кришна пытается мне что-то сказать. And you know, it was like that. It was like Krishna was saying, well, if you want to listen to something while you're distributing my books, listen to this. И казалось, что Кришна говорит, ну когда ты распространяешь мои книги, книги обо мне, слушай вот это. Yeah. That evening I went back to the ashram and went to my locker. Took my Pink Floyd tape and threw it in the bin. И в тот вечер я пришел в ашрам, достал на свою пластинку Pink Floyd и выкинул ее в мусорную. Never to be seen again. И больше не видел ее. So this is the life of a devotee. И вот это жизнь преданного. It's a step-by-step process. Это очень постепенный процесс, шаг за шагом. But the whole purpose is to keep our heart in the right place. Но самое главное это держать наше сердце в нужном месте. Sometimes devotees wear these t-shirts. Иногда преданные носят вот такие футболки. I left my heart in Vrindavan. Я оставил свое сердце на Вриндаване. Haribo. Haribo. This is the best place to leave. И это самое лучшее место, где можно оставить свое сердце. Your mind too is the best place for your mind. Да и ум тоже, это лучшее место для вашего ума.
see any t-shirts other than regular announcements. Sometimes in Ukraine you see all these funny t-shirts with things written. Ну вот такі футболки про Вріндаван я не вижу, а в Україні вот така особенность, я думаю, носить футболки з різними надписями. What have you got on your t-shirt? А на вашій футболці що там написано? По-німецьки що? Сам сидіть. What does it say? Я не знаю. Мне брахмачарю подарил, я нашли. You mean a Brahmachari king? Brahmachari подарил. Like a Pink Floyd tape. Да. Он прислал мне ее из Киева. Это все ценное, все, что у него было последнее, наверное. We'll get you another shirt. Ой, другую футболку наденьте, следующий раз, пожалуйста. Yeah, like that. If we have something written here, then we're actually trying to put that information you've seen by others in the morning. Это очень важно, потому что если какая-то информация здесь написана у нас на груди, то мы как бы пытаемся сделать так, чтобы преданные ее увидели. So we need to encourage each other. И нужно вдохновлять друг друга. And wearing devotional dress. Нужно одевать вайшнавскую одежду. And tilak. Наносить тилак. Now these are all essential essential to the steadiness of our hearts. Это очень важно для того, чтобы наше сердце оставалось в стабильном положении. Where is everyone going? А куда все уходит? Тилок и ставить. Put some tilak. You don't put some tilak. Ой, у него есть тилок. It's okay, I didn't mean it. Ничего, не думайте. The 10th chapter is Make Your Own Happiness. И 10 глава называется Построй сам свое счастье. Most people are about as happy as they make up their minds to be. И многие люди настолько счастливы, насколько они настроены себя на это. I'll read that again. Я еще раз прочитаю. Most people большинство людей are about as happy as they make up their minds to be. Настолько счастливы, насколько они думают об этом своем уме. The secret of happiness и секрет счастья is not in doing what one likes. Делать не то, что все вокруг хотят, любят. But in liking what one has to do. А делать то, что требуется. Я еще раз прочитаю. Okay, go. You're already halfway out. Вы же уже наполовину вышли. The secret of happiness is not in doing what one likes. И секрет счастья заключается в том, чтобы не делать то, что хочется. But in liking what one has to do. А делать то, что нужно делать. That's powerful. Это очень мощно. Very powerful. Очень мощно. Sometimes we don't like to do things. Иногда нам кое-что не нравится делать. You know, we look at our bean bag in the morning. Вы знаете, смотрите так на мешочек с чёрками утром. Another day. Ещё один день. Another 16 rounds. Опять 16 кругов. How boring. Как скучно. It's not so bad. Да не настолько все плохо. I could think of things that would be even more
difficult for you to do. Я могу придумать вещи, которые даже еще сложнее вам сделать. In the Satya Yuga, they had to stand on one leg for 1,000 years. Кстати, Югу требовалось стоять на одной ноге на протяжении 1000 лет. So 16 rounds so bad? И теперь как 16 кругов? Плохо, сильно? No. 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 So why are you so sad about it then? Почему же тогда печалиться? Why are you so mental about it? Почему мы так думаем об этом постоянно? Why are we thinking, well, I could be doing 1,000 other things which are more important than these 16 rounds? А почему же мы всегда думаем, вот сколько бы я мог более важных вещей сделать вместо джапа, вместо этих 16 кругов? Well, the truth is, once you've chanted your 16 rounds, everything you say and do will be better, will be done better, it will be done easier too. Но правда в том, что когда вы уже вычитаете свои 16 кругов, все, что вы будете говорить, все, что вы будете делать, будет иметь большую силу, и это будет даваться вам намного легче. So make your mind up from the word go. И просто настройте свой ум на эту одну цель. Be positive about your japa. Будьте позитивно настроены к джапе. Настроиться и сказать, что вот это поможет мне. It is the holy name. Это же святое имя. It is non-different than Krishna. И оно не отлично от самого Кришны. And it comes from Goloka Vrindavan. И оно не зашло с Голоки Вриндавана. And it must be very powerful. И оно должно быть очень сильным. So I'm going to spend the next 2 hours in bliss. И именно поэтому следующие 2 часа я проведу в блаженстве. We make our choices. We make up the mind whether we're going to be positive or negative. Именно мы решаем в своем уме быть нам позитивными или негативными. We are the ones who can transcend the limits of the 3 modes. И мы можем выйти за грани 3 гун материальной природы. And Prabhupada said himself that if you can chant your 16 rounds by 10 o'clock in the morning, и Прабхупада сам говорил, что если вы будете вычитывать свою джапу до 10 часов утра, then you have no anxiety throughout the day. И у вас тогда не будет никаких беспокойств в течение всего дня. Мы тогда будем как цветок лотоса. Lotus flower has its roots in the mud. И корни цветка лотоса находятся в такой грязи. But it flowers even above the water. Но цветок он возвышается над водой.
We're born in the mud of Kali Yuga. И мы родились с вами здесь в грязи Кали Юги. We don't really have so many qualities. У нас на самом деле нет достаточно качеств хороших. Mostly we're just zeros. Мы скорее просто нули. Yeah. But the good thing is we have our 16 rounds to chant every day. Но хорошая вещь, что у нас есть эти 16 кругов, которые мы можем повторять каждый день. And that will lift us up. И именно это поднимет нас вверх. From action and reaction. От действия и от реакции на это действие. From the gunas. И это возвысит нас над гунами. To transcend to pure goodness. И это возвысит нас над гуной и благостью. This is what our 16 rounds does. И вот вот что делают 16 кругов. Вот что они сделают. But you must believe it. Но вы должны верить в это. You want to be a lotus flower? А вы хотите быть цветком лотоса? Yeah. How many? How long do I have to chant? Give the class for? How long? It's an hour. Do you want to ask some questions? Может, есть какие-то вопросы? Скажите, пожалуйста, а как получается так вот у вас? Как вам удается так вот убирать все негативное и вот давать позитив этот вот? Как получается этот яд как бы переваривать? Ну, любой вид, любое все вот это вот то, что где мы растем как корнями. И давайте этот аромат лотоса. Can you tell us your secret? How do you manage to digest all the poison within you and to be so happy and be in so such a nice mood every day? Это повторение Хари Кришны? Let me tell you one more story. There was one lady, she looked into the mirror one day and she noticed she only had 3 strands of hair. И одна женщина, она посмотрела в зеркало однажды и увидела, что у нее только 3 волосины на голове. She said, "Wow, okay. Today I'll wear my hair to greets." И она сказала, ну хорошо, хвостик завяжу. And she had a good day. Ну, у нее был хороший день. The next day she looked into the mirror, she only had 2 strands of hair. И на следующий день она посмотрела в зеркало, видела, что у нее на голове всего 2 волосины. She said, "Today I will wear my hair in a parting." И вот она подумала, ну сейчас разделю вот так проборчик сделаю, пойду. She had a really good day. У нее был хороший день. The next day she looked in the mirror, she only had 1 strand of hair left. А на следующий день она посмотрела в зеркало и видела, что у нее осталась 1 волосина. She said, "That's okay. Today I will wear my hair in a ponytail." Она сказала, ну ничего, хвостик завяжу, без распущения пойду. She had a really good day. И у нее был хороший день. And the next day she got up. А на следующий день она встала. She looked into the mirror. Посмотрела в зеркало. And she noticed she didn't have 1 hair left in her on her head. И посмотрела, что вообще волос не осталось. She was thinking for a few moments. Она задумалась.
Today I don't have to do anything. Я сказала, да, не нужно заморачиваться над прической сегодня. So this is positive attitude. И вот в этом именно позитивное отношение к жизни. In adverse situations, and we sometimes really get into adverse, difficult situations. И иногда мы попадаем в очень такие тяжелые ситуации в нашей жизни. You know, the world is just the nature of this world. Это в этом заключается в материальном мире. Don't think that just because you're a devotee, everything will be hunky-dory. И не думайте, что если вы стали преданным, то все будет вот так. Хип-хоп, тип-топ. 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 Or they say peaches and cream. Они говорят, что персик с ним. It's not always going to be. Не всегда так будет. It's not always going to be, you know, exactly the way you want it. И не всегда будет вот так, как вы хотите. And therefore you have to invoke the positiveness within you. И вы должны пробуждать вот этот позитив в себе. You have to just get it and invoke it within yourself. Нужно доставать его оттуда у себя внутри. So much so that you wait for the next difficulty to come. И вы тогда будете готовы, когда придет следующая трудность в вашей жизни. Keep the door wide open. Оставьте дверь открытую. Come. Широко откройте и скажите: заходи. Next. Следующая трудность. Next difficulty. Следующая трудность. I'm ready. Я готов. It's not that Prabhupada didn't have difficulties. И дело не в том, что у Прабхупады не было сложностей. He was a pure devotee. Он был чисто преданный. And see all the difficulties that he had to go through. И у него было очень много трудностей, через которые он прошел. But we noticed that whenever there was a challenge, whenever there were difficulties, he took the challenge. Но мы видим, что когда возникала какая-то трудность, он принимал вызов. In a very positive way. И был очень позитивно настроен. Because he knew that he was fighting for Krishna. Потому что он знал, что он борется за Кришну. You know, and if you fight for Krishna, you're going to be victorious. А если вы боретесь за Кришну, то вы обязательно одержите победу. But you look like you're a happy man too. Но вы выглядите очень счастливым, тоже. Yes? Да. Because I think of you. Потому что думала. I've seen you when I wasn't around. Да, я видел вас, когда меня здесь не было. Okay, but we inspire each other. Да, мы вдохновляем друг друга. You may be inspired by me, but when I look at you, I'm also inspired. Возможно, вы вдохновляетесь от меня, но когда я смотрю на вас, то это меня тоже очень вдохновляет. That's why I wasn't so happy when you were on your way out. Поэтому я не был настолько счастлив, когда вы выходили. It's all practice. И все дело в практике. When you get that higher taste of Krishna consciousness, then we have less temptations that we even want to fulfill. И когда у нас появится высший вкус сознания Кришны, то будет намного меньше того, что нас соблазняет. And the more we become Krishna conscious, the more we want to take more challenges. И чем больше мы будем погружаться в сознание Кришны, тем больше вызовов мы будем хотеть наступить.
People sometimes ask me, you know, you 45 years of devotee, what's your secret? И преданные очень часто спрашивают меня, что вы преданные уже 45 лет, и в чем ваш секрет? And my secret is I always preach in difficult circumstances. И секрет в том, что я всегда проповедую в очень тяжелых ситуациях. I spent 7 years in Finland. Я в Финляндии 7 лет был. Helsinki. Helsinki. Everyone is sinking in hell. And they say if you can make a devotee in Finland, you can make a devotee anywhere in the world. И вот есть такое ходит мнение, что если вы кого-то сделаете преданным в Финляндии, то вам труда не составит сделать преданным Христе. Now I'm in Ukraine. А теперь я в Украине. But I'm very confident. Но я очень уверен в настоящем. Because it's 7 years in Helsinki. Я же 7 лет в Хельсинки пробовал. So this is what makes us strong. И вот что делает нас такими сильными. This is what makes us strong. Вот что делает нас сильными. Adverse situations. Такие тяжелые ситуации. So the more the adverse situations are present, the easier actually Krishna consciousness is. И чем больше будет появляться таких тяжелых моментов, тем легче нам будет сознание Кришны. Because if you take one challenge, the next challenge is even easier. Then the next challenge is even more easier, and the more challenges you take, the easier it becomes. И вы принимаете какой-то вызов, следующий вам дается уже легче, и вам будет все легче и легче справляться с проблемой. I'll tell you another place I've been. Я вам еще расскажу, где я был. Don't tell anyone. Никому не говорите так. Promise? Мурманск. In the middle of winter. Посреди зимы. The sun doesn't even rise. Иногда вот ничего не видно было даже за сугробом. Just below the horizon. И солнце так низко над горизонтом. It's light for 2 hours. И 2 часа только солнце светит. Freezing cold. Ужасно холодно. But the devotees up there are just so wonderful. Но преданные там они настолько замечательные. They're really blissful. Они блаженны там находятся. And they make these cakes for anyone who has a birthday or a wedding. They come to the devotees for the cakes. И если у кого-то там день рождения в Мурманске, то все приходят к преданным и заказывают тортики. They're liberating Murmansk just by their cakes. Они освобождают весь Мурманск через тортики. There was a butterfly trying to get out. He was in his cocoon. He was, you know how the caterpillar changes to a butterfly, but he has to come out of the cocoon. So he's pushing. Вы знаете, как бабочка, она находилась в коконе, и она пыталась так выбиться из него, но у нее не получалось, она билась. And one man's watching. Один человек наблюдал за этим. He's intrigued. How long will it take before he gets out? Его очень заинтересовало, сколько же она так будет биться, пока не выберется оттуда. Then suddenly the butterflies stopped pushing. И вот бабочка, она перестала толкаться и биться. And
The man was thinking, И человек подумал. So бабочка can't get out. Бабочка не может выбраться. I will help her. Я помогу, наверное. And cut the cocoon. Он взял ножницы и разрезал кокон. And he was waiting for the butterfly to fly. И ждал, что сейчас вот вылетит бабочка. But the бабочка did not fly. Но бабочка не вылетела. Just fell down. Она выпала из кокона. And it remained invalid for the rest of its life. И она осталась вот таким инвалидом на всю свою жизнь. So where the man was thinking he was doing a favor. И человек думал, что он сделает одолжение, что он поможет этой бабочке. He was actually doing a disservice. А на самом деле он сослужил ей очень плохую службу. Because that struggle within the cocoon was nature's arrangement so that certain liquids would filter through the wings to make them strong. И природа специально недаром все так устроила, чтобы бабочка пыталась выбиться из этого кокона, и ее крылья стали намного сильнее, чтобы они окрепли. So spiritual life is like that. Также и в духовной жизни. The more difficulties, the more hardships, the better it is. Чем больше проблем и трудностей, тем лучше. Because they make us strong. Они нас делают более сильными. And we could fly back home, back to Godhead, we need strong wings. И для того, чтобы улететь назад домой к Богу, нам нужны очень сильные крылья. You want to fly? А вы хотите так улететь? You want to fly high? Вы же хотите взлететь высоко. Then be prepared. А готовьтесь. Accept whatever Krishna gives you. Готовьтесь принять все, что Кришна готовит вам. Can I be the man who cut someone's cocoon? А могу ли я быть человеком, который разрезал кому-то кокон? Вот так. I am not understanding your question. Я вас не совсем понял. В каких случаях моя помощь может быть неуместной и вот являться, ну вот в данном примере я являюсь бабочкой, но могу ли я данный пример воспринимать, что я человек, который пытается разрезать чей-то кокон, который не нужно разрезать? Can you tell us the examples in which cases we can cut somebody's cocoon? Cut your own cocoon. Вы должны сами разрезать себе кокон и никому не помогать в этом. You're in no position to free anyone. Вы не должны пытаться кого-нибудь освободить. First you become free, then you may be able to help others. Нужно сначала освободиться самому, и затем вы только сможете помочь остальным. What can you do? Your hands are tied, your feet are tied, your shoulders are tied up. А что вы можете сделать? Ваши руки, ноги вот так сложены, вы весь такой сдавленный. Mind is disturbed. Ум такой беспокойный. False ego is inflated. Ложное эго раздутое. Your senses are out of control. Чувства неконтролируемые. What can you do? Что вы можете сделать? What can you do? Что вы можете сделать? Найти такого человека, который освободит тебя, который уже освободен. Can I find such a man who can help me to cut this cocoon? Who is already liberated? Yes, this is the process. Да, конечно, это процесс. When we talk about being tied up, there must be someone who is free. Да, когда мы вот так вот связаны и скованы, должен найтись кто-то, кто уже свободен. И вот такой человек, он может освободить вас. Because you're not just tied up, but you've got knots. Knots. И вы не просто завязаны, а на узлы завязаны, такие крепкие. How are you going to untie your knots? И как вы развяжете эти узлы? Not possible. Невозможно.
talk about blindness, there must be someone who can see. И когда мы говорим о слепоте, то должен быть кто-то, кто видит. Otherwise, blindness has no meaning. И глаза, которые не видят, в них нет никакого смысла. Понимаете? So how many rounds are you chanting? А сколько кругов вы повторяете? Time to time. What can you do? Что же вы тогда можете сделать? Он может играть на мриданге лучше всех. Play мриданга. В Украине. He can play мриданга better than everyone in Ukraine. But if he doesn't chant Hare Krishna, но если он не повторяет Hare Krishna, then it has impurities. То он не будет чистым. Это не будет чисто. Prabhupada was not amused by professional И Шрила Прабхупада его не вдохновляли профессиональные музыканты. But he was very he was very encouraging to those who had real bhakti. Его очень вдохновляли те люди, у которых был бхакти. So how many rounds are you going to chant every day? А сколько кругов вы будете повторять каждый день? You need to find one number. Нужно прийти к какому-то общему знаменателю и исследовать это. Not up and down, up and down. Не повторять сегодня так, а завтра так. Я не могу вам дать такое обещание. I can't guarantee you anything. Why not? А почему нет? Because my mind is up and down, and up and down. Потому что мой ум скачет вверх вниз. Are you going to wait for your mind? А вы будете ждать, пока ум успокоится? You have not understood the philosophy. Вы не совсем понимаете философию. By chanting 60 rounds, the mind becomes peaceful. И ум становится умиротворенным именно благодаря повторению джапы 16 кругов. The senses become illuminated with knowledge. И чувства их озаряют знания. One becomes happy. И человек становится счастливым. Free from action and reaction. И человек освобождается от действий и последствий. And develops love for Krishna. И развивается любовь к Кришне. All within those 16 rounds. И все это дает повторение 16 кругов. Do you believe me? Вы мне верите? Then how many rounds are you going to chant every day? И сколько вы кругов будете повторять? I'm still on my position. Я до сих пор стою на своем. I don't want to lie. Я не хочу лгать. You want to remain stubborn. Вы хотите быть упрямым? It's your choice. We're not forcing anyone. Это ваш выбор. Мы никого здесь не насилуем. But be honest. Но будьте честны. Don't try to flatter the devotees. Не пытайтесь сбить со стеного пути преданных. Не пытайтесь льстить преданных. You're a zero, you're tied up, you're confused. Вы просто ноль, вы связаны, вы сбиты с пути. Therefore you need to take advantage of what we're offering. И нужно просто воспользоваться тем, что вам предлагают. Don't just be a spectator. Не спекулируйте. Spectator. Наблюдатель. Нет, не наблюдать. Не будьте просто наблюдателем. Не будьте наблюдателем. Any other questions? Еще какие-то вопросы? Combination of both. И то. If you put a seed in the earth, если вы садите зернышко в землю,
and just leave it, и просто оставить его там, it is not going to grow. Оно не прорастет. It needs constant light, air, and water. Нужно постоянно свет, вода и воздух. But don't give too much. Но не слишком много. Because it will die also. Потому что растение может умереть от этого. You need to be conscious of how much to give and how much not to give. Вы должны знать точно, сколько давать, а сколько не давать. Best kind of preaching is to make friends with people. И лучший способ проповедовать – это дружить с людьми. Give prasadam. Раздавать просад. As much as they want. И давать столько, сколько они хотят. In the old days, we used to have these Sunday feasts that were just absolutely out of this world. И вот были времена у нас были пиры любви воскресенье, и мы просто были вне себя от счастья. So it would take a whole class to explain these feasts. И вот нужно было лекцию просидеть, чтобы дождаться. And we used to walk away like a duck. А выходили мы оттуда из храма как утки. You ever seen ducks walking? Видели, как утки ходят? It's like a wobble. Так покачиваясь. But that was Prabhupada's, not just Prabhupada's formula, it's Lord Chaitanya Nityananda's formula. И это не только секрет Шрилы Прабхупады, Господь Чайтанья Нитьянанда говорил об этом. One time Prabhupada was in Hyderabad and he noticed that the devotees were serving dry khichdi to the guests. И однажды Шрила Прабхупада был в Хайдарабаде, он увидел, что преданные просто сухой кичри раздают всем гостям. He was furious. И он разгневался. He called the leaders to his room. Он лидеров храма позвал в свою комнату. So what are you doing? И сказал, что же вы делаете? You trying to destroy what I have created? Вы пытаетесь разрушить то, что я создал? This is Lord Chaitanya's program. Это программа Господа Чайтани. I want to see five opulent preparations made tomorrow to serve to the guests that come to the temple. И на завтра я хочу увидеть хотя бы пять блюд хорошо приготовленных, которые потом раздадут преданным. Do you think they have come to chant or philosophize? Вы думаете, они пришли сюда, чтобы повторять имена или пофилософствовать? First give prasad. Сначала раздайте просад. Philosophy will come later. А философия придет потом позже. I've been to some temples here in Ukraine and they're serving khichdi for the Sunday feast. И здесь я был в Украине в некоторых храмах, и там раздают кичи на воскресных пирах. If you want them to come back and give them something that's they will remember all week. И если вы хотите, чтобы люди приходили к вам вновь, то дайте им что-то такое, что они будут помнить всю неделю. Самосы. Самосы. Пуриз that puff up. Пури такие вздутые. Сабджи made with ghee. Сабджи на ги. Халава. Ладу. Гулаб джамс. Шрикан. Not yogurt, Shrikant. Yogurt, Shrikant. It's better than your smetana, too. Это лучше, чем ваша вот эта сметана. Объяснить, что
понятно, похоже на нее. Сцена на йогурт по-русски. Could you just explain that it's like a yogurt? It is yogurt, but it's not yogurt. It's better than yogurt. Это как бы йогурт, но не йогурт, это лучше, чем йогурт. So is that okay? Есть маленький тоже такой непонятный нюанс. Если мы будем дружить с теми людьми, то, ну как, вы имеете в виду дружбу, постоянное отношение или дружеское отношение к этим людям? And I want to ask one more thing. If we will be friends with that people, we really need to be friends with them or just friendly relationships? Я вам еще историю расскажу. Before going to Finland, I was in Sweden. И до того, как поехать в Финляндию, я был в Швеции. That's also a difficult place. Тоже тяжело там так. And I used to serve a free lunch every day. И мне нужно было готовить три обеда каждый день. Yeah, I was quite a famous devotee maker. Я был такой очень известный преданный, который готовил. And the secret was giving food every day, giving prasad. И секрет был в том, чтобы раздавать просад каждый день. So there was these two boys. They were university boys. И были два мальчика такого возраста, в университет ходили. And they would come every lunchtime to take prasad. И они каждый обед приходили, чтобы принять просад. One day they came with their skates. И однажды они пришли в храм со своими коньками. And I said, where are you going? А я сказала, куда вы идете? Oh, we're going to go skating on the lake. А мы пойдем кататься на коньках на озеро. I said, do you want to come with us? А вы хотите с нами пойти? I said, but I don't know how to skate. А я сказала, да я не знаю даже как на коньках кататься. I said, well, we'll teach you. А мы научим. Okay, you're coming. Давай, иду, хорошо. And they taught me how to skate. И они научили меня кататься на коньках. But you know the reason why I did it? А знаете, почему я это сделал? To make friends with them. Чтобы подружиться с ними. They were thinking, oh, Tirushanta, he's a cool guy. He comes skating with us. Они думали, да, Тирушанта крутой парень, он может с нами покататься на коньках. So there I am on the lake, Gora Nitai Kinchai. Такой на коньках, Gora Nitai Kinchai. So then they invited me to their house. А потом они пригласили меня к себе в гости там. I sat on the sofa for half an hour. Полчаса я просидел на диване. Then I tiptoed to the kitchen. А затем прокрался на кухню. And I opened the fridge door. Открыл холодильник. And I told them what's nasty and what's okay. И я им сказал, что гадость, а что неплохо. And like that, and then I built them an altar and everything. It was just step by step, I gave them Krishna consciousness. А затем я установил им такой алтарик дома и вот так шаг за шагом привел сознание Кришны. And to this day, not both of them, but one of them, his name is Mukundu. He is he's still very, very active preacher in Stockholm. И по сей день не оба из них, а один только из них, Мукунда, его сейчас зовут, очень активно проповедует в Стокгольме. So since 35 years. Тоже вот 45 лет. But I had to go skating to make him a devotee. Но мне нужно было научиться кататься на коньках, чтобы сделать его преданным. One time in London, in the early days in London, we used to be invited to Hindu homes. И вот в Лондоне однажды нас пригласили в дом к индийцам. And have kirtan and pravachan. And then they would feed us like 8-9 o'clock at night. И у нас был киртан, а затем нам раздали просад, где-то было 8-9 вечера уже.
And it was very difficult the next morning to get up from Mangalarti in the temple. А на следующее утро в храме было очень тяжело встать на Мангаларти. So we asked Prabhupada, what do we do? You know, they insist on feeding us. И мы спросили у Шрилы Прабхупады, что же нам делать? Они настаивают, они нас закармливают. And Prabhupada said, he said, that's all right, you eat on behalf of Krishna. А Шрила Прабхупада сказала, что ну хорошо, ешьте за Кришну. Eat on behalf of Krishna. Ешьте от имени Кришны. He said, they're doing a good service by feeding the Vaishnavas. It's the beginning of their spiritual life. И Шрила Прабхупада говорил, что они таким образом служат, они кормят вайшнавов, и это уже начало их духовной жизни. So sometimes we have to make that sacrifice. We may not want to do these things. Иногда мы должны делать такие жертвы, мы, возможно, не хотим этого. But in order for people to become devotees, we have to give ourselves. Но для того, чтобы люди стали преданными, мы должны отдавать всего себя. We don't compromise with our principles. Но, конечно же, мы следуем нашим принципам. We may have to do something we don't like to do. Но, возможно, мы должны будем сделать что-то, что нам не нравится. But as it says here, it's not about happiness. It's not about doing things that you want to do, but it's doing things what you have to do and liking to, like. And like to do. Ну вот как сегодня уже говорилось, что мы не всегда делаем те вещи, которые нам нравятся. Иногда мы должны делать то, что должны. Do you understand that? Вы поняли, о чем я? So, I think we've had enough tonight. Я думаю, на сегодня уже достаточно. Philosophizing. Философии. Thank you so much for listening. Большое спасибо за то, что слушали. Шрила Прабхупада ки. Джай. Chanting 16 rounds every day. Джай. Back home, back to Godhead ki. Джай. Hari Gaur Prema. Hari Hari Bhava.